Ну и другим темам. Черный столб дыма, видный почти во всем городе, стоял сегодня над Славянским рынком на улице Новосибирская. В строящемся здании нового торгового центра загорелся утеплитель и строительный мусор. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Однако густой едкий дым валил так, словно горел не утеплитель, а цистерны с топливом. Сотрудники МЧС признались, работать было очень сложно. Дым затруднял видимость, подчас снижая ее до нуля, металлические конструкции деформировались. Впрочем, благодаря тому, что удалось проложить водяную магистраль, 7 пожарных расчетов справились с открытым пламенем буквально за 20 минут. Сейчас застройщикам предстоит самое сложное – определить, какие конструкции и насколько пострадали от нагрева. Сложности были в связи с тем, что утеплитель уже, значит, был обшит металлическим сайдингом, пришлось разбирать. С водой сложности не было, была проложена магистральная линия, вода была постоянная. Поэтому все успешно решили. То есть в каком они сейчас состоянии находятся? Угрозы обрушения нет, мы сейчас все проведем здесь работы. Предварительная причина, проводились, скорее всего, огневые работы строителями, и в связи с нарушением огневых работ вот и произошло загорание.